Мертвая тишина. И звери притихли. Словно в деревне началась чума. Я знаю, за этим стоит Флавий. Давно следовало убить этого мерзавца. Нужно попасть в крипту. Но! Римские солдаты. Видимо, люди Флавия. Все это устроил Флавий. Он привел сюда Цезаря и римлян, желая захватить власть. Мы верили ему. Напрасно. Стражники будут нас искать. Здесь опасно. Крипта открывается, бежим прочь! Смотри, крипта! Их страшит эта дверь. Они бегут! Осторожно, неизвестно что там. Узнаем, что произошло. Байк, это все сон? Мы находимся в Дуате. Представить не могла, что здесь такая красота. Смертным не следует быть так близко к богам. Кто его создал? Неужто боги? Тут вся наша история. Байк,
Барик. Это Хабзафа. О, брат мой. Пустыня забрала твою жизнь. Погиб мой лучший друг. Нужно остановить Флавия. Нет! Нельзя бросать его! Нужно устроить похороны! Давай, Байк. Я рядом. Хабзафа не знал об Ордене. Убивать его не было причин. Флавий вырезал его сердце как знак. Именно он убил Хему. Муж мой, мы найдем его. Байк! Что тут творилось? Просто ужас. Римляне вошли в крипту. Септимий и Флавий. С помощью каких-то предметов они легко открыли ее. Хабзафа хотел помешать, но оказался бессилен. Они вошли внутрь. Я увидела синий свет и решила сбежать. Все жители деревни лишились рассудка и упали без чувств. Они разрушили Сиву! Их ждет смерть! Их надо остановить! Байк, Айя! Жители деревни будут молить богов помочь вам. Сперва похороним Хабзафу. Месть свершится потом! Пригласите сюда бальзумировщиков. О, великий Анубис, прошу, прими этот дар вместо сердца Хабзафы, чтобы его душа смогла найти путь в благословенные поля Иалу. Хабзафа, друг мой. Хабзафа, мне так тебя не хватает. Здравствуй, дед. Я скучаю. Как жаль, что ты не знал Хему. Байк, Хабзафа высоко ценил это оружие. Он был бы рад передать его тебе. Почту за честь. Жители схватили и допросили римского солдата. Флавий отправился в Кирену, а Септимий в Александрию. Я убью Флавия. На границе с Киреной есть дом. Местные могли видеть Флавия в тех местах. Ступай, а я вырежу сердце мерзавцу Септимию. Куда бы мы ни пришли, горести следуют за нами по пятам. Возможно, нам стоит смириться. Это тяжело. Я не хочу, но... С каждой мыслью о тебе я вспоминаю Хему и все, что мы потеряли. И я. Ну что ж, будем убивать. Прощай, Айя. Вечеру ты пи. Oh.
Прекрасные поля и луга. Их топчут римские солдаты. Этот дом упоминала Айя. Кто-нибудь наверняка видел льва. Флавий отнял их разум. Это неправильно. Это зло. Они будут танцевать до смерти? Стой, Мирирука! Прошу! Я дала клятву, прости! Стой! Я тебе не враг! Извини, просто он ведь был таким чутким. Дал выходить пса, что попал в его селок. Что же с ним стало? Я видел такое. В Сиве. И теперь еще пожирателя душ. Флавия. Проконсула? Этот мешок козьего дерьма убил моего сына. Разрушил дом. А теперь пришел к вам, прикрываясь именем Ра. Идем. Обыщем тут все. Вдруг кто выжил? Я Баек из Сивы. Проксила. Из страны обезумевших. Чем вызван гнев Флавия? Они же простые крестьяне. Были помехой. Слышите чудесную музыку? Всему виной жестокость Флавия, ей нет границ. Он намерен дойти до Рима и разрушить его ради своих амбиций. Стойте! Мора! Замес! Кунес! Виманелла! Сум! Нэнет, ты цела? Что случилось? Те люди и неженка с головой льва забрали всех работяг, а еще Каде, моего сына. Нелюди! Потом пришел он. Весь черный, как будто ворон. Хотелось бросать в него камнями. Помню золото, блеск сквозь когти. Он кричал, и все пали перед ним. По своей воле, либо по воле близких. Дуат на земле. Все вокруг рыдали, кричали, бежали, гибли. Но как ты... Не видели, Нэнет, бедную старуху с пустым взглядом. Но я глядела. Не кричала, прикусила язык и терпела. Мы отыщем каждого. Обязательно. Поспеши, дитя. Ворон летит к дому охотницы. Я подслушала разговоры. Вернешь мне Каде? Попытаюсь. Ведь Флавий и меня лишил сына. Отведем Нэнет к повозке. Ты пойдешь за Флавием? Мой долг.
high position gerecht. Из-за сына? За всех детей. Тоскуешь по своему дитя? Вспоминаю днем и ночью. Вы снова встретитесь с ним на полях Иалу? Надеюсь. Нэнет сказала про дом охотницы? Да, Кирена. Сияющий символ бесконечных побед Рима. Иди на север. Если Флавий там, я найду его и разорву его Ка на кусочки. Окажешься в Кирене, найди моего друга Диокла. Ему ты можешь доверять. Во всем. Он служит магистратом и часто бывает на Агоре. Он поймет. Надеюсь, эти земли излечатся от безумия. Пусть удача сопутствует тебе, Баек. Зачем они забрали Каде? Цитадель стала мрачным символом всей Киренаики. Ходят слухи, что Флавий и полководец Агриппа готовятся развязать войну. С Египтом? Не веришь, что дерзнут? Нет. Я должен их остановить. Отвезу Ненет в лечебницу в Балагре, к югу от храма Асклепия. Хотя и там нам не будет покоя. Постараюсь навестить. Но! Professores tuntus, non diu! Sereno. Morías para que vas matar. Apa, pedían! Diun llegone! Τι πλέον δε. Ода Льву Великой Римской Империи. Тонкие... Τι συμβαίνει στι πέδε, λέξω! Μόρια παρασκευάσματα του Ραβδί. Ξέρω έντον τον τη πάση, ειδήσεστε. Пришли из Балагре и вцепились в меня. Стали требовать налоги за год. А за отказ сожгли мой дом. Уверен, что это люди Леандра. Моя жена умоляла, чтобы я не перечил ему. Как в воду глядела. Леандр ответит. Даю слово. Даешь слово, Диокл? А кто вернет мне урожай? Кто вернет мое стадо? Ты бесполезен, как и все. Даю слово. Ха! И чем же наш безупречный магистрат не угодил тебе, египтянин? Меня прислала Проксила. Я Баек. Она в порядке? Тяжело жить, когда твои земли оскверняет Флавий. Я иду по его кровавому следу из самой Сивы. Так это правда? Да. И он готов развязать войну. Еще один тиран. Нет египтянам покоя. Война сменяется войной. Флавий превратит Египет в огромную могилу. Он правит из Акрополя, но там полно римлян. Молюсь, чтобы боги помогли тебе, Баек. А мне нужно унять его пса, магистрата Леандра. Найди меня, если вновь окажешься в Кирене. Спасибо, Диокл. Душа моего сына должна обрести покой. Ой! Фильмижонос Афросини, Лестине Ди, Хтизисно... Мы не нуждаемся ни в кредо, ни в доктринах. И мы не прячемся в тенях. Мы всегда... Идиодин! Оран булимиди механестени на экселе! Керавнеон диа! Ти он туто эсти! Лукам! О, вакехмено! Нет, основателя. Филакит, прошу. Ты ведь защитник. Сделай что-нибудь. Судьба основателя в опасности. Тертим! Тертим, ну-ка!
они должны здесь заметить. Марса. Рад, что наших богов чтят не только в Риме. Проконсул Флавий пугает меня до смерти. Я не чувствую, как ты рыщешь в тенях баек из сивы. Я шел по твоим следам, жуткой дорогой смерти и безумия. Молись! Ты ответишь за смерть Хему, Флавий! Нет, египтянин. Сейчас ты падешь ниц пред своим богом! Ты лишил меня сына и друзей! Хватит фокусов! Почему ты не убил меня тогда, в Александрии? Тебе стоило вступить в орден. Мы нужны тебе! Но ты выбрал рабство. Убийца моего сына снова прячется в храме. Помню, твой друг Хевзефа тоже долго упрямился, как и твой сын. Твое время в этом мире истекло! Все твои предшественники сдались. И ты тоже сдашься. Мои возможности. Моя сила. Ты не чувствуешь? Хватит! Сразимся! А ты, жалкий простолюдин. Верблюды и верблюжье дерьмо. Весь Египет такой. Весь. Из-за тебя мой сын не обрел покой! Я вырву твое сердце! Ты убил ребенка, Флавий! Моего сына! Единственный поступок в жизни, о котором я не жалею. Ты не обретешь покой! После его смерти орден склонился передо мной. Цезарь тоже. И весь Рим. Мне подчинилась империя тысяч, и каждый из них превосходил своих предков. Ну же, убей меня! Ты трус! Не трать время зря! Я не могу, не могу! Я не могу! Я с тобой, папа. Нет. Я потеряю тебя. Не навсегда. Мы встретимся с тобой в полях Иалу. Thank you.
лучше, если реликвия сгинет. Айя должна знать, что наш сын обрел покой. Байк. Я так скучала. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хему счастлив. Да пройдет он по полям и Алу. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А, знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим все корабли этих двуличных мерзавцев. Септимия и Цезаря. Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает Орден. А я... останься. Неужели это конец? Айя, эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Такова судьба, Байек. Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму. Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал. Греция пала. Рим падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы – бесстрастные поэты смерти. Я смирился. Я больше не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Да. Мы с тобой незримы. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Новое кредо. Новые цели. Как же ты была права. О, милая. Как-то рановато для права. Последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это... необычно, когда работник Абстерго интересуется революцией в стране.
твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом. У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернуть, Лейла. Мне она ни к чему. Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом. Нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно. Уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится. Эй, это личные вещи. Гениальные модификации. То, что ты сделала с диализным блоком. Познакомишься с Ребеккой. Я уверен, между вами вспыхнет симпатия. Главное, чтобы дом не вспыхнул. Да, твой. Анимус избавит меня от общества этого кретина. Это для Фоксида? Подарок? Нет. Реликвия. И я не собираюсь обсуждать это. Знак Байека? Отдай мне, я передам его Фоксиду. Он такое любит. Не трогай. Или убью. Мне сегодня не до разговоров. Утром мы прошли Неаполис. Если повезет с ветром, доберемся до Рима всего за 2 дня. Ваша семья распалась, да? Я знаю. Трудное решение. Но ведь ты избранная. Ты свободна, как я! Жизнь продолжается.
Живее! Быстрее! Идем на таран! Больше скорости! Прибавить ходу! Впереди римские корабли. Видишь? Только не теряй бдительность. Скорее всего, они ждут нас. Ты словно хочешь этого. Хочу, старик. Я хочу прикончить их, а потом продолжить искоренять зло. Зло вечно! Так уж устроен этот мир. Ускориться! Идем на таран! Гребите! Враг заметил нас! Скоро к ним придет подкрепление. Приготовьтесь! Держитесь! Все вперед! Пусть от их кораблей останутся лишь щепки! Весла! А-ла-ла-ла-ла! Нас атакуют! Идем на таран! Проклятие! Стреляем! Помедленнее! Какие песни станут слагать о наших подвигах? Если выживем, Фоксид, клянусь, я прикину сирены и сама тебе их спою. Ловлю на слове. Поверь мне, ты пожалеешь. Покончим с ними. Куда? Готов стрелять! Сбросить скорость! Нас атакуют! Еще один! Что ж, отправим в бездну последний! Удар! Нас атакуют! Удар! Стреляем! Удар! Не спешите! Стреляем! На нас идут поджигатели! Боги. Слишком плотный строй. Врежемся! Мы обречены! Кораблей слишком много! Нужно потопить их, пока не поздно. Нельзя подпускать врага. Потопим их! Еще поджигатели! О, боги! Они повсюду! Корабли слева! Стреляем! Стреляем! Корабли слева! Готов стрелять! Война! Стреляем! Нас атакуют! Удар! Готов стрелять! Стреляем! Спаси нас, Посейдон! Это армада! Нам хватит огневой мощи справиться с ними! Сомневаюсь! Наш строй нарушен, и союзников нет! Нам конец!
А ну, взбодрись, размазня! Спасай свой корабль! Держитесь! Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Фоксик? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов, а я! Напиши о себе книгу, Фоксик! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны! А эту главу наших странствий будут читать чаще всего! Готов стрелять! Стреляем! Нас атакуют! Спокойно! Спокойно! Удар! Наращиваем темп! Дрейф! Сбавить темп! Готов стрелять! Стреляем! 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 Дождь огня! Прочь, чудище, прямо на дно! Эй, вы, лодыри! А ну, перестройтесь! Сегодня поплывем вместе! В какой порт мы направляемся? Предлагаю посетить город Анциум. Это излюбленное место торговцев. Там безопасно. Оттуда всего полдня до Рима. Не пройдет и нескольких дней, как Цезарь официально станет тираном. А вот и он. Народ любит тебя, Цезарь. Ты наш бог. Подчинить сенат будет трудно. Это сборище бесхарактерных трусов. Я найду подход. Так, ждите моего сигнала. Так Цезарь теперь глава Ордена Древних. Цезарь наш отец понимания. Вас обоих ждет смерть. Ты вмешиваешься в дела Ордена. А Орден сильнее Рима. Возвращайся в Египет с остальными рабами и лжецами. Ха, да, некоторые убийства и правду всем во благо. В моей власти армия и великая сила. Я предам твой проклятый Орден забвению. Служи Цезарю! Служи Риму! Перейди на сторону сильных! Мы станем творцами истории! Тебя и Цезаря ждет небытие! Твой сын с ужасом смотрел в глаза смерти! Я скормлю твое гнилое сердце падальщикам! Ты трус и подлец! Ты лишил меня всего в этом мире! Я габинианец! Зачем вылезла из своей норы, мышка? У тебя был шанс убраться отсюда. В этот раз Флавий не сможет спасти тебя, Септимий. И римляне тебя не защитят.
Будь ты проклята! Отныне, Септимий, мы с тобой квиты. И это было ради мести? Вам с Меджаем определенно будет чем заняться этой ночью. Где посох? У Ордена. Я служил им и твоему Египту. После смерти мне за это воздастся. Я буду пить с братьями в компании блудниц. Вас ждет лишь беспросветная тьма небытия. И тебя, и Орден, и гниющих в могиле Габинианцев. Да пожрет Апоп твое сердце. Цезарь должен быть в Курии вместе с Сенатом. В садах полным-полно солдат. Прошу лишь об одном. Помогите мне построить новый, лучший Рим. Рим, который возглавишь ты? Пусть Цезарь скажет! Рим должен стать гарантом мира, закона и процветания для всех граждан, а не только для власть имущих. Разве мы не равны в правах? Я не всегда буду диктатором. Народ, он сам решил мою судьбу. Я должен был отвергнуть его дар. Ты должен был в первую очередь думать о нуждах Рима. Я добьюсь единства. Сенатус популюске романус. Дитя мое. Тиран мертв! Теперь вы свободны!
Кто же ты? Ты, бьющий из теней. Каждого тирана ждет подобная участь. Всю жизнь мой народ считал меня настоящим богом. И я им стал! Теперь в мире царит новое кредо. Рим! Он вечен! Он никогда не падет перед вами. Никто не дает нам свободу, Цезарь. Мы берем ее. Теперь ты стал свободным, Цезарь. Что ты сделала? Цезарион мог унаследовать престол. Прислушайся к крикам снаружи. Тебя зовут шлюхой тирана. Я все еще царица. Но прислуживают тебе только лицемеры и змеи. Я билась за тебя, а наш народ славил твое имя. Аполлодор погиб за тебя и Египет. Египет? Я Египет! Ты позаботишься о нашем народе. Не сделаешь этого, я перережу тебе горло. Ты последний из фараонов. Байк. Цезарь отправился в царство мертвых. Септимия постигла та же участь. Теперь наши люди есть и в Риме. Но никто не знает о том, кто мы. Как ОМОН, все мы стали незримыми. Я в тебя верю. Таков парадокс свободы. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем. И враг умрет. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Люди не имеют возможности жить вечно. Но наше кредо должно. Лишь кредо достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Идите домой. Идите. Я не хочу идти домой один. Мне страшно. Отведем его в убежище? Нет. Пойдем домой. Пусть горести не омрачают твою жизнь. Ведь она коротка, и время все равно возьмет свое. А я... Я больше не та, что прежде. Я отрекаюсь от той любви, что раньше вела меня. Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Приумножатся твои победы.
папа, вниз.